зовут Дарья Лосева, и я вместе с моей коллегой Русланой Шадлиной решили создать вот этот научный видеоблог. Я училась в Киево-Могилянской академии на специальности биология, также я училась в институте Шевченко, он сейчас называется ННЦ биология, вот, так что целый институт, который посвящен биологии. Закончила специальность генетики и просто воодушевлена, обожаю генетику, обожаю молекулярную биологию, все, что с этим связано. Это же мой любимый браслет, на нем тоже 4 нуклеотида, это составные части нашей ДНК. Обожаю йогу, йога это часть моей жизни, люблю ездить и по всему миру. Также у меня есть такой прикол, я люблю заезжать куда-то в какую-то новую страну, и там, где у меня есть друзья-ученые, заходить к ним в лаборатории и смотреть, как у них все устроено, не так, как у нас. Поэтому мы решили создать такой блог, на котором будем рассказывать все события научные, также интересные какие-то вещи. Возможно, у вас будут вопросы к биологам, ученым, и пишите обязательно комментарии, пишите ваши вопросы под этим видео, мы будем с вами общаться, стараться отвечать на них. Основное такое желание, хочется, чтобы окунуть как-то людей, которым интересна наука, в мир науки. И мы будем максимально прикладывать усилия для того, чтобы это сделать качественно. Поэтому, если вы вам нравится, подписывайтесь на мой блог, и мы будем стараться по максимуму делать качественный наш материал. Спасибо большое!